Ситуация на дорогах региона остается сложной. Об этом нам сегодня сообщили в пресс-службе облавтодора. Закрыты 6 трасс. Сегодня в Мариупольском направлении очистили участок от Донецка до Волновахи. Это район 189 километра. Здесь движение возможно по одной полосе. Похожая ситуация на дорогах от Новоазовска и Иловайска до российской границы, а также от Донецка до Старобешева. Трассу Знаменка, Луганск и Зварина открыли вчера вечером. Спасатели отметили, что водителям, застрявшим на заснеженных трассах, оказана необходимая помощь. Из заносов их доставали спецтехникой, предоставили топливо, еду, теплые вещи. В регионе в ближайшие дни сохранится морозная погода, на дорогах гололедица, поэтому водители призывают без необходимости на дальние расстояния не выезжать.